Защитники крепости. Есть. Даже... Иди. Ты нужна там, внизу. Тираэль не подведет этих людей. Я знаю. Мой камень души становится стеклом. Не сейчас. Кто-то должен зажечь сигнальные огни. Вы слышали приказ ангела? Рубите спор! Сама преисподняя поглотит вас! Пока, а моя. Да. Ну, как раз ребенок. Я и так. Вы видели сигнальный огонь? Нужно зажечь остальные, но вокруг них полно демонов! Возвращайтесь в крепость! Нет, я не могу покинуть пост! Мой долг оборонять стену! Я не готова. Только берутся такие твари.
появится защитница, не оставит этим выродкам ни единого шанса. Не сейчас. Бегите! Мы оба знаем, что эту битву не выиграть одними катапультами. Да, но они... Ты ведь... Никуда я не пойду, Рон. Я все сказала. Если меня не будет рядом, ты Эти уроды из преисподней снова полезли! Что нам делать? Ты давай! Ты до сих пор не понял, для чего тебе нужен меч? Мне объяснить? Сражайтесь до последней капли крови! Yeah.
надо защищать их, пока они поднимают катапульту. Thank you.
обещал капитану Хайли, что буду держать. Терпение. Небесная. Мои прислужники, людишки надеются укрыться за своими жалкими стенами, но они не видели и толики нашей мощи. Мы обрушим на них все силы преисподней. Девчонка еще слаба, а их героиня даже не заподозрит, что мы можем напасть снизу. Напустите на них ненасытного зверя. Непростую историю варваров. Однако происхождение этих рослых, могучих воинов до сих пор остается неясным. По легенде, терпение, они являются потомками древнего Вултана, который воплощал с собой силу, мужество и отвагу. Я не готова. Кара небесная.
Порвем этих тварей в клочья! Терпение. Кара небесная. Мы здесь не одни. Убийца владыки Белиал. Возвращаюсь в город. Бессмысленная Ираэль отправил. Много. Наша. Thank you.
гниду. Эти люди снизу. Когда... Марта, дела налаживаются. Скоро и убивать будет некого. Ты да, на но... Победа!
Собирай свои войска, демон. Они тебе понадобятся. Ими погибель!
Не сейчас. Ты не обыч. Ты испытала. Сердцем греха. О, ты... Thank you.
Я не готова. Пробились к самым глубинам кратера. Азматан определенно где-то рядом. Приятно думать, что в мире стало безопаснее. Oh!
нет места. Я возвращаюсь в город. Это невозможно. Адрия, когда ты решила предать? Лучше, может, не надо.